Страсти по тарифу. Карагандинцы все же будут платить за проезд 80 тенге, но только после новогодних праздников. Новый тариф на пассажирские перевозки вступит в силу 4 января 2014 года. В период праздников карагандинцы будут платить за проезд в общественном транспорте 50 тенге, а с 4 января начнет действовать новый тариф – 80 тенге. Правда, для пятой части жителей города, а именно пенсионеров и приравненных к ним лиц, тариф останется прежним. Проезд 50 тенге действует для пенсионеров, инвалидов и приравненных, и дачников. Повышение стоимости проезда позволит перевозчикам увеличить зарплату сотрудникам. Кроме того, в автобусах установят GPS-датчики, благодаря которым горожане смогут отслеживать местонахождение автобусов в реальном времени. А по поводу жалоб карагандинцев на новый тариф рекомендовали узнать рост цен на топливо. Касательно жалоб на качество обслуживания, в ходе брифинга пояснили, в конфликте виноваты две стороны. Никто, видать, не пошел, не посмотрел, ГСР, насколько выросло. Просто банальный и легкий очень вопрос на этот вопрос. То есть на тариф. Понятно, да? Теперь вот по качеству обслуживания. Очень много жалоб. Я вот буквально смотрел ЖКХ, жалобы. Там вот такая тетрадка, и она вся исписанная, все жалобы принимаются. Я знаю точно одно. В любой конфликтной ситуации всегда виноваты две стороны. Я сам езжу на автобусе с 2002 года в Караганде. Еще ни разу с кондуктором не поругался, не подрался. Все нормально. Что ж, вопрос, кто виноват и что делать, пожалуй, вечен. А в случае нарушений административного законодательства персоналом автопарка, например, курения или разговоров по мобильному, горожане могут обратиться с жалобой в диспетчерские парков или на телефон доверия при Акимате по номеру 42 59 79. Виктория Мурзинцева, Арген Умыр, Артем Ковалев, Пятый канал.